А все здесь? Да фиг он знает. Вован. Сейчас увидят кто. На паузе. Ой, блин. Все, погнали. Да. Так, надеюсь, все на месте. Антон, Виталик тут? Тут. Нет, нормально. 6 человек, да? Как нас? Да, блин, куда ты меня толкнул-то? Ну, давай, давай уже. Хороший штрафной. Просите, просите, впереди. Кто-то его покалечил. Направо, направо, Олег. Давайте, мужики, побежали. Хорош. Вдвоем. Хорош. Лучше вообще. И удар головой. Да. Это ранее, да, ты сейчас навесил? Да. Удар классный. Блин, Давид каким-то мексиканцем стал. Мексиканцем-педофилом. С этой новой внешностью. Или только у меня поменялось? Верхом лучше в таких ситуациях. Давай на Давида. Под него вставайте сразу. Даже побежишь, ну ладно, налево. Хороший толик. Отлично, в центр. Давай, заброс. Там надо, надо. Не нажимаем. Передавай. На угол куда-нибудь, да. Ага, отлично. Под него, под Давида, встаньте. А, и удар. Пас. Хочу скинуть.
Хорошо. Лево. По флангу, не надо такие вот в центр поля. Там куча народу. Разыгрывать надо было. Давай на Давида опять. Хорош. Хорош. Эх, налево же можно было. Вот точка хорошая. Так, кто у нас? Вов, у тебя что, есть какие-нибудь там хитрые удары? Сильные? Че делаем? Необычно. Давид, Антон, у тебя нет сильных? Есть. Че, можешь пробить-то? Давайте мне, я на зеленого это Вове отдам. Да не, не надо, пробей просто. Сейчас, блядь, опять какая-то хуйня привезем. Пробей по-человечески. Хорош. Ну-ну-ну-ну-ну, не разворачивайся так. Заброс. Блять. Хорош, Давид. Давай сразу. Ага. В ноги давал или что ли? На фот, кажется, да. В ноги надо было. Борис, Борис, Борис. Хорош, Леш. Ох, вверх бы был бы так классно, забросик. Там уже начинают. Хорошего. Охо. Ой-ой-ой. Удар. Хорош. Ну, нормально. Забить только еще бы один. Значит, точность пасов 37 бьют. Не, вообще ни одного паса, только голевая передача и все. Не, вообще все по нуле. Один вынос. Один выход с позиции. Когда Леша что-то на фланге зажимают, по флангу делаю либо заброс. Или навесом пытаюсь. Если уж там совсем зажали, развернуться не может.
Выноси просто, вау. Давай я забегу сейчас по левой. Это надо заранее, а не так. О, что это такое? Бот привозен. Блин, а все бы нет. Я забежал. Открывайте их там. Уф. Эх, отбор что их пас. Спасибо, бота. Нет, не завис. Сказал, что завис. Воф, ну выноси. Блять, что за говно? Ну хорош, ну серьезно. Давай, Олег, твой звездный час. Похлопаем там. Почти. Ладно, давайте что, двушку забьем. Хорош в центр. Ой, почти. Отлично. Отлично. Странно получилось. Что-то Олег долго стоял, но раньше пойдешь выходить гораздо. Да, слева он там давит. Влево смещаемся. Эх, куда это? Да что? Чего они сразу падают-то? Олег, у тебя железные яйца. Видел, что строго в перекладину попадет. Второй темп. А что это? Ага, отлично. Мне даже. А, я иду. Так, давай, иду.
Налево, налево, Лёш. Вот, а, ну, тоже так нормально. Да, на ПЗ такое делать не надо, наверное. Без перков на внешнюю сторону. Ну блин, вот. Ой, хорош! Ой, жаль. Ой, жаль. Вышел далеко. Ну, все, поздно. Прострел что-нибудь. Давид, ну. Блядь, нажал пас. Мы просто не всегда в ничью играем, да, так? Давай, последний атак. Зачем так? Ребят, извиняюсь, вот если в моменте с пенальти вынесли бы просто, не придумывали бы. Да. Так бы и дотянули, они в принципе ничего не создали. Ну видишь, я там пас нажимал. Касание.